Rendez-vous. Я друзья, даже дед у кого море под боком.
Правильно представлено. А как я обычно говорю? Алексей Николаевич. Коль, согласись, а ведь не получилось сегодня. На третий концерт чуть-чуть. Я еще пою не очень как-то, он играет отлично. Коля, мне, я как фанат, вот знаете, Алай Оли. Мои друзья, как бы, и все. Я все пытаюсь как бы регги продвинуть в этой группе. Вот так получилось. Вы же понимаете, это слабая доля, все дела. Молодец, Коль, все правильно, продолжай. Давайте споем песню давнюю. Она называется «Глубина». Коля не готов. Я хотел бы обратиться к людям, которые всегда, каждый концерт находится здесь, независимо от того, играет группа «Сансара» на этой сцене или нет. Бармены наши прекрасные, но... Ребята, у всех всем получилось налить? Что-то, по-моему, не всем. Толя, как там? Раиль, ну? Я сейчас к вам приду, подождите. Готовьтесь. А пока глубина.